Определен очередной подрядчик, который займется частичной реконструкцией исторического бульвара. Как пишет интернет-издание «Форпост», им станет акционерное общество «Промстройсервис». Их заявка была единственной. Информация о том, что торги завершились, появилась на официальном портале госзакупок. Стоимость контракта – 110 миллионов рублей. Интересны сроки, которые указаны в конкурсной документации. Контракт требуется завершить за 4 месяца с момента подписания. Подрядчику за это время нужно будет успеть следующее. Закончить реконструкцию здания кинопавильона, который должен превратиться в корпус работ от Лебина, павильона ожидания, он станет инфоцентром мемориального музея имени Папанина, и склада сувенирной продукции, а также оборудовать элементы благоустройства. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию отведено не более 6,5 месяца с даты заключения госконтракта. На портале «За честный бизнес» размещена информация о том, что акционерное общество «Промстройсервис» зарегистрировано в Москве. У компании есть крупные контракты. Например, одно из соглашений заключено с Главным управлением капитального строительства Архангельской области на общую сумму 2 миллиарда 600 миллионов рублей.